Ангела, заказ суда Молдавии, умершему ребенку, не родившемуся ребенку. Люди как бы ставят ангела, то есть хотят выразить свои чувства духовным, что ли. Заказывают такие работы. Чаще заказывают скульптуры, либо кресты вот на кладбищах, например. Мне больше попадают скульптуры в последнее время. В этом году где-то три работы вот именно детям ангелочков делают.